Дмитрий Ильич, поступила информация, что жалуются ряд известных красноярцев на одного из депутатов. Так ли это и о чем речь вообще идет? Если... Такое письмо поступило в наш адрес, и оно касается выступлений одного из наших коллег, депутата Серебрякова Ивана Александровича. Вот, вопрос, который задают общественники в письме, касается тех формулировок, которые он использует. Ну, а по сути, основная претензия к такого рода заявлениям – это неправда, которая звучит и публикуется в средствах массовой информации, где депутат выступает. Наша, безусловно, реакция она должна быть реализована в соответствии с действующим законодательством и нашим регламентом. У нас есть комиссия, которая отвечает за достоверность и полноту сведений, представленных по требованиям закона. Соответственно, эта же комиссия, она и обладает правом рассматривать подобные вопросы, которые относятся к разряду этических. Соответственно, те вопросы, которые касаются, скажем, неправды, оскорбительных или, скажем, не совсем парламентских выражений, высказываний и так далее, это будет рассмотрено на этой комиссии. Вот. Ну, единственное, я скажу от себя, что какой бы ни была политическая борьба, мы всегда должны действовать в руслах не просто каких-то ограничений, наложенных законом, либо нашими регламентами. Мы, конечно, должны быть в этом смысле в первую очередь людьми. Вот. И если человек, тем более находящийся на серьезном посту, замещающий государственную должность, он должен нести ответственность за те слова, которые он произносит. И, конечно, не вводить в заблуждение, а я бы сказал бы даже более жестко, не обманывать своих избирателей и быть ответственным за то, что вообще произносится и что обсуждается. Поэтому я думаю, что комиссия наша отработает, даст оценку всем тем позициям, которые в письме изложены, и мы это дело рассмотрим в установленном порядке на ходе одного из наших заседаний.